первый фильм года. Это мой сын. У него проблемы переходного возраста. Кто она такая? Ну, вы понимаете, это про Свету. И пришли, чтобы забрать его у меня, да? Он тебя любит. И вас. Короче говоря, с одной стороны сын тянет, с другой подруга талантами блещет. И вдобавок сосед неформал. Шеф с катушек слетел. Или я что-то не понимаю. Постоянно все бегают. То я за ними, Света! То они за мной. Мы заберем его сейчас. И еще. В последнее время я сам на себя не похож. Кстати, это я. Я не Ольга, я Антон. Нас поменяют телами. Другой дозор. Вот такой винегрет получился, сынок. На, закусывай. С 1 января. Как ты думаешь, Дед Морозу понравятся наши подарки? Я знаю, я его не встречал. Он настоящий! Они настоящие. А дедушка? Люблю колокольный звон. Всего-то несколько колоколов, а такие разные звоны получаются. Никак мне эти сочетания бы не давали. Решил тоже попробовать. На свой лад, конечно. Взял наш темный шоколад за основу и стал к нему разные начинки добавлять. Целая палитра вкусов подобралась. Хороший шоколад всегда праздник. А чтобы праздник устроить, повод не нужен. Недаром говорят, Россия – щедрая душа. Я очень люблю розы. Чтобы они были красивыми и свежими, нужна вода. Сорт жемчуга Аквабаланс обеспечивает длительное увлажнение. Красивая кожа. Сыграть это невозможно. Наука о красоте. Каждый из нас создает свое новогоднее настроение. Каждый из нас по-своему ждет нового. В новом году мы сможем больше. Карли. Nicht gründlich genug. Immer noch einzelne Haare. Gut. Das ist es. Активный тренер PowerComp бритвы Браун 360 Complete справляется с волосками, недоступными другим бритвам. Это лучшая бритва Браун. Gut. Купи любую бритву Браун и получи свой приз. А еще шанс попасть на чемпионат мира. The look of love is in Неужели это я? Your eyes, a look. You smile, can't disguise the look. Я же не была у косметолога. Of love. Я влюблена. Алэй – мировой лидер, дающий инновационные средства по уходу за кожей. Борется с возрастными изменениями, очищает и увлажняет свою кожу, преображая ее. Измени представление об уходе за своей кожей. С любовью, Алэй. Алэй – твоя кожа любима. Морозко, 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 я блинчики очень люблю. Морозко готовится просто, иди я тебя подменю. Кто блинчики любит, морозко, тот будет активен всегда. Морозко, морозко, морозко. А что, уже завтракать, да? Они тоже ждут Новый год. И любят получать подарки. А еще они любят нас. И это взаимно. С Новым годом! Годом собаки! Красная линия. Сенсотерапия. Открой мир нежных прикосновений и ароматов. Погрузись в сладостный мир желаний и грез. Сенсотерапия. Ты сама чувственность. Гель для душа «Красная линия». Сенсотерапия. Ну, что нас беспокоит? Понимаете, скоро Новый год, а я не могу. Может, не хочешь? Хочу, но не могу. А я обращать пробовал? Нет. Туда спецкомплект Билайн завезли, сможешь 50 раз, гарантирую. Купи спецкомплект Билайн в Евросети, получи в подарок 50 смс и поздравь всех, кого хочешь. Ритуаль. Праздничная распродажа 24 часа. Миша!
кричишь? Тебя же весь дом слышит. Но не жалко. Поздравьте всех. Тариф новогодний. 2 цента за минуту. Прощайте обычные щетки. Новые Oral-B Professional K8500. Пульсирующие движения размягчают зубной налет, а возвратно-вращательные его удаляют. Результат – оптимальный уход за зубами и деснами. Вы едва ли захотите вернуться к обычным щеткам. Oral-B Professional K8500. Специалисты-стоматологи Oral-B предлагают. Попробуйте аккумуляторную зубную щетку Oral-B. И вам вернут деньги, если вы сможете от нее отказаться. Какой мягкий. Новый? Нет, я стираю лаской. Сам? В стиральной машине. От универсальных средств шерстяные вещи скатываются. Ласка с экстрактом кашемира сохраняет их мягкость и внешний вид. Я оставлю его себе. И это тоже. Ласка, магия, пальцы. Мягкость кашемира. Отцвели! Дед Мороз пришел! А кто у нас тут мальчик Стёба? А? Сама угадаешь. Моя семья. Новый год – веселый праздник! Великолепное праздничное представление. Я хочу поднять этот наркот. Новый год в клубе веселых и находчивых. Не верю. Ох, не так нынче Новый год праздник. Не так нынче, помнишь, как раньше? КВН 2005. Финал года. Тема абсолютно новогодняя. В пятницу после программы «Время» на Первом.